коллеги, добрый день. Как мы договорились, доклад должен быть небольшим, но вместе с тем хотелось бы, конечно, отразить основные направления этой работы и содержательные и организационные. Ну, я думаю, вы знаете о том, что задача по подготовке национального плана на новый период она была обозначена еще и по утверждению прошлого национального плана. Мы говорили о том, что самый указ президента 618 об основных направлениях государственной политики, он носит долгосрочную перспективу, он не отменяется, в нем заложены основные принципы, цели, задачи государственной политики по развитию конкуренции. И приложением к нему является национальный план на 2018-2020 годы. И тогда мы уже говорили о том, что это только базовое мероприятие, а на следующий период мы будем в развитии предусматривать и дальнейшие планы. И, соответственно, после доклада о состоянии конкуренции в прошлом году мы получили поручение правительства заняться этой работой в 2020, чтобы уже сейчас, в 2020 году, не дожидаясь окончания срока действия национального плана, предусмотреть и разработать мероприятия на следующий период. Ну, следующий период пятилетний, 2021-2025 году. Сам документ он разрабатывается в режиме для служебного пользования, но я думаю, что основные его идеи, основные задачи, они, конечно, не носят какого-то секретного характера, такого, что никто не может. Вот. И концепция этого законопроекта нами уже вносилась, обсуждалась, и многие здесь присутствующие такие основные идеи слышали. Ну, в частности, у нас было большое мероприятие на площадке Общественной палаты, где были предложены ряд мероприятий. Значит, и в настоящее время, там, имея документ уже в письменном виде, мы тоже эту концепцию продолжаем обсуждать. Ну, сама идеология национального плана на следующий период включает в себя таких три блока. Первый блок – это оценка тех достижений, которые мы получили по предыдущему периоду. Оценка этих ключевых показателей, которые были заложены, у нас сегодня тоже в повестке этот вопрос стоит. Мы их обсудим на такой промежуточный этап. Второе – это те задачи, которые мы считаем необходимыми поставить, именно задачи, да, на следующий период, ну и сами мероприятия. Мы в мероприятия включаем те вопросы, те блоки, которые, по нашему мнению, имеют такой, ну, верхнеуровневый характер. Понятно, что они все будут детализироваться дальше в дорожных картах, в отраслевых дорожных картах, в дорожной карте правительства, в дорожной карте развития биржевой торговли, но такие вот основные ключевые моменты должны быть заложены в такой уровень указа президента и, конечно, поставлены уже в таком особый контроль. Задачи, которые в этом документе мы сегодня для себя обозначили, ну, здесь такой почти полный перечень этих задач. Конечно, это вопросы, связанные с дальнейшим дерегулированием сферы естественных монополий, особенно в тех направлениях, в тех отраслях, где сегодня созданы все условия для развития конкуренции. Конечно, это снижение доли государственного участия в экономике. Значит, это продолжение тех задач, которые были поставлены в предыдущем национальном плане. Безусловно, задача развития малого и среднего предпринимательства как основы для развития конкуренции в отраслях экономики. Значит, и здесь это не какая-то отраслевая задача или какая-то узковедомственная задача. Это задача, непосредственно связанная с развитием конкуренции. Ну и, наверное, такой большой блок, тоже, да, как бы касающийся государственного сектора и государственной экономики, это вопрос, связанный с природными ресурсами. А мы в этом национальном плане отдельное внимание уделяем этому блоку распоряжения природными ресурсами и, соответственно, обеспечения дискриминационного доступа к природным ресурсам. Это основные задачи, основная идеология, которая закладывается в дальнейшие мероприятия. Какие ключевые показатели мы предлагаем закрепить в новом национальном плане? Значит, развитие конкурентной среды в отраслях экономики. Для каждой отрасли должны быть обозначены такие ключевые показатели. Уже качественное развитие этих отношений. Напомню, что в предыдущем плане были количественные показатели. Мы говорили о наличии там, не менее трех субъектов, один из которых частный. Это количественные показатели нас тогда на том этапе критиковали. Говорили, что это не совсем говорит о конкуренции. Да? Мы говорили, что если не будет и этого, то о конкуренции вообще говорить нельзя. Сейчас, когда этот показатель мы можем считать достигнутым, мы должны поставить качественную задачу. Снижение доли государства в сферах экономики, не только вопрос, опять же, количественного формального подхода к деятельности унитарных предприятий, нужно говорить дальше, нужно говорить о доле государственного участия и снижении такого участия. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства,
Причем здесь мы попытались этот показатель конкретизировать с точки зрения, ну, по нашему мнению, такого содержательного подхода, что это не просто числовое значение, что их должно стать там плюс один. Мы говорим о субъектах, которые ведут долгосрочную деятельность не менее 3 лет. Да? То есть это стабильные предприятия, которые показали свое функционирование. И, соответственно, говорим о их значении не менее 20%. Можете нас здесь, конечно, очень сильно критиковать. Ну, как бы мало 20%, много 20%. Вот. Мы уверены в том, что это мало. Значит, ну, пока такой для начала обсуждения вопрос поставлен таким образом. Ну и, соответственно, мы говорим о снижении доли закупок у единственного поставщика, как одно из таких мероприятий, которое, в общем-то, всегда в наших предложениях всегда звучало. Значит, это не означает, совершенно не означает, что мы просто должны поставить там, в законе 5%. Это не так. Значит, ключевой показатель не достигается просто тем, что в законе будут установлены 5% закупок у единственного поставщика. Мероприятия. Ну, тоже очень, наверное, так, блоками по направлению этих мероприятий. Мы считаем, что необходимо там комплексно подойти к вопросу управления и прозрачности управления государственной собственностью. Мы считаем, что здесь должна быть отдельная государственная программа. Она должна касаться всех сфер государственного ресурса и федерального, и регионального, и муниципального. Я думаю, что, ну, кто-то помнит эту систему, там, может быть, там более 20 лет назад система существовала и, в принципе, предусматривала такой единый контроль. Нельзя сказать, что, может быть, он был эффективен с точки зрения управления, но, по крайней мере, контроль за распоряжением приватизации имущества на там, всей территории страны. К сожалению, сейчас мы можем констатировать, что такие общие подходы они отсутствуют, и управление имуществом на региональном и муниципальном уровне оно остается далеко за как бы, сферой контроля со стороны федерации. Вопросы, связанные с созданием преимуществ для приобретения такого имущества субъекта малого и среднего предпринимательства. Вот та есть проблема, да, которая обсуждалась нами на собрании, когда мы встречались в общественной палате. Мы можем сколько угодно говорить о создании каких-то, значит, прав дополнительных, преимуществ для субъектов малого предпринимательства для приобретения объектов недвижимости. Но это не решит вопрос, потому что мы понимаем, что субъекты малого предпринимательства там, не заинтересованы экономически в приобретении объектов. Должны быть созданы меры, которые позволяют, во-первых, обеспечить стабильность деятельности после приобретения объектов, стабильность кадастровой стоимости, стабильность налоговой политики. Должны быть там, сформулированы правила и условия, которые обеспечивают понимание, планирование деятельности на там, долгосрочную перспективу с учетом того, что эти объекты будут приобретаться. Блок, связанный также с программой. Мы считаем, что должна быть программа, которая определит подходы к вопросам управления природными ресурсами. Значит, это непростой блок, непростое обсуждение. Позиция службы заключается в том, что здесь должны быть два ключевых момента. Первое – это обеспеченные вопросы недискриминационных подходов к распределению ресурсов и, в первую очередь, через внедрение системы, расширение системы электронных аукционов в электронной форме. И второе – то, что должны быть реализованы механизмы, связанные с поддержкой и преференциями для субъектов малого предпринимательства. Никакого противоречия, по нашему мнению, здесь нет. Вопросы конкуренции и дискриминационного доступа, и вопросы поддержки субъектов малого предпринимательства и преференционных условий участия в таком распределении абсолютно друг другу сопутствуют и поддерживают друг друга. Также немаловажно говорить о блоке мероприятий, которые будут касаться развития биржевой торговли. Мы сейчас вот в рамках отчета о показателях будем говорить, насколько биржевая торговля сегодня развивается, значит, какие есть тут достижения по мероприятиям биржевой торговли, обеспечение участия в биржевой торговле. Но служба считает, что направление развития биржевой торговли это путь к формированию эффективного и справедливого рыночного ценообразования, причем во многих сферах, во многих отраслях. И, конечно, расширение здесь и участие различного вида товаров, различного вида субъектов только будет способствовать тому, чтобы максимально эффективно и справедливо сформировать эту рыночную цену на таких товарных рынках. Ну и, конечно, блок вопросов, также связанных с государственным и муниципальным участием. Это вопрос по подходам. Я сразу скажу, что много не обсуждались эти подходы, о том, что такое профильное, а что такое непрофильное имущество. И мы на встречах с нашими коллегами в министерствах, здесь же мы проводили неделю назад согласительное совещание, слышали, что эти мероприятия, может быть, и не надо делать, потому что они где-то уже в законопроектах есть. Подходы к тому, что такое профильное имущество государства и муниципалитета, что такое профильное имущество, естественно, монополии или госкорпорации,
они вот в законопроектах уже как бы там разрешены. Мы считаем, что не разрешены. Значит, если нас коллеги идеологически поддерживают в этом направлении, значит, нужно тогда подумать, как нам совместную нормативную базу отрегулировать. Мы там согласились с тем, что нужно поменять федеральные законы для этого, но, значит, вопрос с тем, чтобы провести вот эту реформу разделения имущества на профильное и непрофильное, вовлечь в оборот путем предоставления этого имущества на открытой основе, аукционной, дискриминационной основе это непрофильного имущества, причем созданием преимуществ субъектов малого предпринимательства, он как бы, по нашему мнению, должен быть разрешен. А, через поставленную задачу, Б, через законодательные изменения, там, и В, через соответствующую программу и ключевые показатели этой программы. Все должно быть доведено до всех уровней регионов. Ну и завершающий слайд, это, ну, наверное, немаловажный, как и в предыдущем национальном плане, блок законодательных инициатив. Значит, сейчас я скажу, что в тексте законопроекта есть подпункты, которые заканчиваются там буквой Я-4, ну, то есть нам не хватило букв в алфавите, чтобы перечислить все законопроекты, которые мы хотим увидеть. Понятно, что они где-то на каком-то этапе, наверное, будут объединены, включены в единые блоки законопроектов. Вот задача была обозначить содержательно, что мы хотим. То есть не просто там поправка к закону о приватизации, а что мы хотим в этой поправке к закону о приватизации. Ну и здесь, наверное, на этом слайде это основные те законопроекты, которые там заложены, обсуждаемые, достаточно сейчас там, широко обсуждаемые законопроект. Мы с ним уже начали большую работу. Это вопрос касаемый иммунитетов для интеллектуальной собственности в сфере антимонопольного регулирования. И здесь, если нужно было содержательно, я готов по нему более подробно сказать по этому законопроекту. Это реформирование правового регулирования порядка предоставления преференций. Мы считаем, что нужно полностью эту систему пересмотреть, увидеть ее заново, дать ответ на вопрос, а какие вообще объемы преференций сегодня предоставляются в стране на всех уровнях бюджетов, на всех уровнях государственной и муниципальной собственности. Значит, здесь, соответственно, ввести понятные правила, по нашему мнению, аналогичные тому, как сегодня это делается в экономической концентрации. Соответственно, иметь полное представление, полную единую базу всех преференций. Это запрет на создание хозяйствующих субъектов с государственным участием в условиях конкуренции. Мы считаем, что надо идти дальше. Не надо останавливаться на унитарных предприятиях. Унитарные предприятия – это сегодня решенный вопрос, и он был сложный, но как бы вопрос того, что перетекание из унитарных предприятий будет происходить в квази, значит, хозяйственное общество, тоже с государственным 100% участием, вопросы качественного изменения конкуренции на рынке не решим. Должны быть поставлены такие же барьеры, такие же препятствия, препятствующие конкуренции. И, соответственно, установление преимущественных условий для субъектов малого предпринимательства по приобретению объектов, в том числе как бы, и объектов недвижимости, и в том числе объектов природных ресурсов, они должны, по нашему мнению, быть более расширены, должны предусматривать большее обоснование как бы, и создание преференциальных условий и стимулирующих условий для приобретения объектов. Смягчение ограничений для осуществления иностранных инвестиций в нестратегические виды деятельности. Мы считаем, что здесь вопрос, как бы, он связан с конкуренцией напрямую, это не только вопросы безопасности, если мы говорим про нестратегические направления, нестратегические отрасли, то должны быть созданы более понятные условия, они должны стимулировать внутреннюю конкуренцию, да, то есть когда мы создаем внешние барьеры имеют всегда риски создания парникового эффекта, да, и в конечном итоге, конечно, негативно сказывается на конкуренции. Поэтому активизация конкуренции приводит к положительным эффектам. Ну и, соответственно, последнее – это реформирование контрактной системы. По каждому из этих направлений готов более подробно говорить, но заканчиваю свое выступление этим последним слайдом. Коллеги, я очень хочу коротко ответить на вопрос, где мы находимся. Мы с этим документом прошли обсуждение с федеральными органами власти. Сейчас в этапе согласования находится таблица разногласий. Нас поддержали без замечаний. Там из 33 ФАИО поддержали 10 федеральных органов власти без замечаний. У нас есть конструктивное разногласие еще с 12 федеральными органами власти. Конструктивное. То есть мы находимся в обсуждении там, Росимущества, я могу сказать, там, значит, Федеральное агентство по реестрам. Значит, Верховный суд, который высказал свою позицию, весьма конструктивный по этим направлениям. Вот. Есть позиции, которые пока не представлены. По сроку внесения формально мы должны завтра внести документ в правительство. Значит, завтра мы это сделаем обязательно.
Внесем его как бы в рабочем варианте. Внесем его с теми разногласиями, с теми таблицами, с теми предложениями, которые мы получили в настоящий момент, с нашими, конечно, комментариями, о том, как мы это считаем. Ну, соответственно, дальше эта работа будет продолжаться нами на площадке правительства. Вчера при вступлении на парламентском участии в Государственной Думе какой-то службы предложил депутатскому корпусу принять активное участие в обсуждении национального плана. Ну и, соответственно, мы очень хотим обратиться к нашему общественному совету, принять участие в дальнейшей работе, в доработке, внесении конструктивных предложений в национальный план, поправить нас там, где это не так. Ну а самое главное — дать идеи. Потому что пока, вот я сказал, 12 федеральных органов власти, где у нас есть там конструктивное предложение, да, но самое большое количество замечаний они заключаются не в конструктивных предложениях, а заключаются в том, что что-то делать не надо. Вот, как бы сложно предложить, что делать надо, легче всегда сказать, что делать не надо. Поэтому мы открыты для таких предложений, для конструктивных предложений по дополнению и конкретизации. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что там есть еще один слайд, можно сейчас просто вывести на экран с приоритетными отраслями. Да, да, ну... Да, спасибо, Артем Владимирович. Значит, вопросы к докладчику по выступлению, по докладу, но опять же в формате вопрос-ответ, не выступление, вопрос-ответ. До минут. Пожалуйста. Просьба представляться, тоже запись. Тыгова Елена Николаевна, вице-президент Торговой промышленной палаты. Вы знаете, меня смутил совершенно, ну, как я мягко скажу, тот показатель, который вы написали, увеличение числа СМП, осуществляющих деятельность более 3 лет, не менее чем на 20% к уровню 2020 года. Если в формате вопроса, то зачем вы вообще взяли показатель не менее 3 лет. Мы же все понимаем, почему у нас через 3 года предприниматели начинают перерегистрировать свои компании. Это связано с периодом налоговых проверок и так далее, прочих показателей, на которые вы, как служба федеральная, никаким образом повлиять не можете. Может быть, все-таки заложить другой показатель устойчивости, ну, который реально каким-то образом связан с теми действиями, которые предпринимает Федеральная антимонопольная служба. Потому что здесь все равно будут при любых, как бы, ну, будут перерегистрироваться просто для того, чтобы не подпадать вот под этот каток налоговых проверок. И вы с этим ничего не сможете сделать. Это не ваш вопрос. Лена Николаевна, спасибо вам за вопрос. Я, извините, как бы вот встречно, да, то есть, ну, вот, спрашивая об этом, вы же согласны с тем, что это неправильно? Ну, что так не должно быть? Что это искусственная ситуация, когда, значит, мы там доходим до 3-летнего срока, значит, зрелости, да, после этого, как бы, вот такие искусственные вещи происходят, там, по перерегистрации, там, по, значит, переходу в какие-то иные формы, там, да, вообще существования. Это говорит о том, что система в целом неправильна. И вот нам кажется, что это неправильно. Мы через этот показатель даем задачу не только Федеральной антимонопольной службе. Вот когда нам говорят про конкуренцию, нам почему-то пытаются сказать, что это вот, значит, только контрактная система и картель. Это не так. Вот конкуренция — это же вообще вопросы, связанные с развитием там рынка и с развитием экономических условий. Нет, это я с вами поэтому, абсолютно если согласна. Сегодня препятствие заключается в том, а мы считаем, что должны быть вопросы именно стабильности, то есть должны быть вопросы гарантии деятельности субъектов малого предпринимательства, и нам кажется, что даже 3-летний период является маленьким. Потому что если я планирую свою деятельность, я не хочу ее планировать на 3 года, я хочу планировать ее на долгосрочный 10-летний период. Если есть критика или замечания, мы готовы их услышать и готовы принять к доработке. Проект доклада рассылался, насколько я помню, да, поэтому нет смысла там пока это говорить. Если есть вопросы, можно ответить. Единственное, просто можно предыдущий слайд вернуть. Вот это в оконцовке не обеспечено устранение тарифной дискриминации. Тарифной дискриминации. Так, коллеги, вопросы к докладчику. В таком же формате, да, вопрос-ответ по минуте. Да, пожалуйста. Каким образом вы получаете вот эту цифру доли закупок у МСП и субъектов, и социально ориентированных некоммерческих организаций? Вам ее кто дает, эту цифру? Это информация, которая поступает от казначейства и от Министерства финансов. Информация по итогу предоставления информации заказчиками. До 1 апреля они размещают отчеты свои о закупке субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных организациях.
Информация, в принципе, открытая, ее можно проанализировать самостоятельно, но мы ее запрашиваем в казначействе и запрашиваем в Министерство финансов, для того, чтобы это была цифра, подтвержденная контрольными органами. То есть это фактически мы пока верим на слово, тем цифрам, которые они дают. Потому что, конечно, возникает вопрос. По 2019 году казначейство в Государственной Думе вот на круглом столе сказало, что у нас упало число субъектов, которые хоть раз участвовали в закупках, уже меньше 200 тысяч компаний, да? При этом мы постоянно слышим, вот я слышала от корпорации, что у них 3-5 уже триллионов закупки у субъектов малых предпринимательств. Даже если арифметически поделить, получается, что все, кто в закупках, все уже не малый бизнес. Как-то вот непонятно, как эти цифры стыкуются. Источника трудно понять, вот, откуда они, как нам это проверить. Спасибо, спасибо. Вообще вопрос очень важен. Я просто обозначу, что сейчас буквально мы написали, что преждевременно давать информацию, но вот то, что вы говорите, на самом деле требует, может быть, даже отдельного обсуждения на общественном совете, когда информация будет готова. Значит, цифра 3 триллиона рублей, она же заявлена была, по-моему, тоже на площадке Государственной Думы корпорации. Вот. И знаете, есть же вот такая, ну, как бы хорошая поговорка, да, как бы прав и тот, кто считает, да. Как считать, так можно и цифры представить. А я сейчас не критикую цифру 3 триллиона рублей ни в коем случае, да, потому что мы ее тоже услышали, и мы сейчас ее пытаемся для себя обратным счетом проанализировать и понять. Так вот, ведь принципиально важно что? Считать долю закупок в количестве контрактов или считать долю закупок в объемах средств? Это две разные цифры. Считать долю закупок по заключенным контрактам в объеме заключенных контрактов в деньгах, понимаете, да? Или считать в объеме объявленных закупок